Комсомольском районе открылось новое здание прокуратуры. Районный отдел работает уже 80 лет, и за это время у него никогда не было своего отдельного помещения. Переулок Пришкольный, дом 3. Таков новый адрес прокуратуры в селе Комсомольское. Прием посетителей теперь будет проходить в специально оборудованном помещении на первом этаже здания. Беспрепятственно попасть в прокуратуру смогут и маломобильные люди. Для них организована доступная среда. Полагаю, что это все положительно повлияет на организацию работы и осуществление прокурорского надзора для людей, которые будут приходить и на прием, и по рабочим вопросам при проведении проверочных мероприятий. Тоже этот уют будет располагать к добросовестному, порядочному, справедливому подходу при оценке той или иной ситуации на предмет ее соответствия требованиям законности. Правопорядок будет усиливаться. Новые технологии теперь тоже на службе. Отдельный зал для проведения координационных и межведомственных совещаний оборудован видеоконференц-связью. Местные жители отсюда дистанционно смогут обращаться с вопросами к прокурору республики. В кабинетах сотрудников компьютеры и другая необходимая техника. У каждого оперативного работника прокуратуры имеется свое рабочее место, свой кабинет, что, я полагаю, позволит более оперативно реагировать на все нарушения закона, более тщательно рассматривать обращения граждан, осуществлять прием граждан. И я полагаю, что новое здание позволит прокуратуре Комсомольского района и дальше способствовать соблюдению законности и соблюдению прав граждан на территории Комсомольского района. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.